Добрый день. Кофемашинка Seiko Intellia. Вот так она выглядит в собранном состоянии. Пришла с проблемкой в момент приготовления кофе. Напиток не подается в стаканчик. Слышно, как работает помпа, но вода не бежит. В то же время вода собирается в поддоне. Вот. Чай готовит, воду с носика подает. После попытки приготовления кофе с этого носика капает постоянно вода, не переставая. То есть машинка создает внутри себя давление, но это давление попадает не в заварной блок, а начинает потихоньку стравливаться с этого носика. Что находится за этим носиком? За этим носиком находится вот такой клапан-распределитель. Вот, со временем он изнашивается или может просто треснуть. И тогда вода в кофемашинке правильно поступает не в заварничек, а начинает капать. То есть проблема в нем, ее мы и решаем. Находится он, вон беленькая запчасть, заметная на заднем фоне. Вот, как разбирается кофемашинка. Снимаем верхнюю крышку на трех саморезах, снимаем крышку, которая закрывает кофемолка, снимаем боковую крышку. Боковая крышка на двух саморезиках. Здесь и один снизу. Снимаем ее. Потом сверху бойлера находится кожух. Он на двух защелочках здесь и здесь. Снимаем защелочки. Снимаем бойлер. Он на трех саморезах. Раз, два, три. Сняли. Вот. Снимаем переднюю панель с двух сторон саморезики. Сняли и ее. От панели управления относим в сторону. Потом выкручиваем два самореза от носиков. Выкрутили. И снизу зажимчики, их приподняв, отодвигаем целиком вот эту систему носиков в сторону. Выкручиваем саморезы здесь, здесь и два снизу. И два сбоку. И тогда отодвигаем панель, которая держит бункер воды. После чего на двух саморезах выкручиваем тот носик. И меняем его на новый. Что мы, в принципе, уже сделали. Вот. Сейчас будем проверять систему. Я думаю, все будет работать, все будет хорошо. Вот такая стандартная неисправность для Seiko Intellia. И Intuit тоже, в принципе. То есть, если у вас вода с того носика бежит в поддон, кофе не готовится, можно попробовать поменять этот клапан. Стоит он порядка 600 гривен, поэтому надо быть точно уверенным, что это он. Вот, как бы проверили перед этим все варианты, то есть помпу разобрали, посмотрели, помпа в хорошем состоянии, а протечки по системе их нет. Вот, остается только замена этого клапана. Если у вас такая неисправность, вот это один из вариантов ее решения.